Командование дало задачу сбить дрон Баба-Ягу, очень опасную, который несет на себе взрывчатки, минометные снаряды 120-е. Из соседней бригады мне предоставили тепловизор, оптику с ночным видением. Первый же день своей дежурства я сбил дрон Баба-Ягу. И они мне предоставили 30 дней отпуска внеочередного. Действительно крутая история. И я так понимаю, тепловизор нужен свой. Да, нужен свой. Ну это здорово, потому что как раз сегодня Казанский институт повышения квалификации вашему подразделению как раз предоставит этот тепловизор. Наш коллектив совместно собрали средства. Мы знаем, что такие аппараты очень сложно покупать в одиночку, поэтому мы хотели вам вручить. Спасибо большое за оказанную помощь нам, и победа будет за нами. Берегите себя обязательно и возвращайтесь к нам.